Всем привет! Сегодня у нас уже 30 января 2023 года. Заканчивается самый лютый зимний месяц. У нас солнышко в Анапе, плюс 8 по Пионерскому проспекту. Еду из Анапы в Витязево. Вот слева проезжаю Бора-Бора. Аквапарк, хотел сказать, дельфинарий. И на перекрестке, где дельфинарий, поверну направо в арку «Кристалл Уют». Справа вот София крупный. Отель и медицинский центр сильный здесь. Ну и вот я вот здесь поворачиваю. Слева вот видите дельфинарий, а я поворачиваю в арочку направо. Вот где «Кристалл Уют» у нас написано. И сама арочка называется «Кристалл Уют». И там пройдем уже к морю, посмотрим. В сезон здесь не проехать. Видите, будочка, шлагбаум здесь. Не пускают, в межсезонье можно, и места есть, поэтому туда ближе к вот шлагбауму уже в заповедную зону подъедем, машину оставлю и пойдем посмотрим, какое у нас сегодня море. Вот сам Кристалл Уют, прямо вы видите. Так, ну и вот подхожу к дюну Бархана пройти, видно, что море штормит. Ветерок небольшой есть. Вчера целый день дождь там моросил, а к вечеру сильный полил. Утром был дождь. Сейчас все прекратилось, но небо, видите, вот облачное. Справа видите навесы, лавочки, урны остались. Вот видите, все Благовещенка, просветление опять. А вот где Анапа, над Анапой тучи ходят хмуро. Ну и ветер с моря дует в лицо. Поэтому вот такие у нас и волны сегодня. Вот такое бушующее море. Разрезает пляж. Здесь пляжи не такие широкие, как вот уже на меня накатывает, не такие широкие, как Витязево. Поэтому вот где-то аж там на пляже волны врезаются в сушу. Прошу заметить, сколько я снимаю, народ постоянно ходит туда-сюда, вот бежит один, другой с скандинавскими палками прошел. Гуляют по одному, по двое, вот смотри, идет. Ракушки выбрасывает, рапаны. С голым торсом бежит. Вот так надо заниматься спортом. Ну что, короткий обзор пляжа через арку «Кристалл Уют» напротив дельфинария в Анапе заканчиваю. Вот такая обстановочка на сегодня. А время у нас, кстати, 2 часа дня.